Благотворительный концерт в поддержку приюта для бездомных собак пройдет в Твери в воскресенье 1 ноября. Накануне наша съемочная группа побывала в этом необычном месте, которое заметно отличается от аналогичных учреждений. Этот приют, основанный в 2014 году, находится в деревне Петровская Калининского района. Собаки только часть времени проводят здесь на улице. По сути же они живут вместе с хозяевами, которые отдали для своих питомцев первый этаж дома. В первую очередь животные сюда попадают с улицы. Подбираем их, вылечиваем, кастрируем и пытаемся пристроить. Но бывает так, что животные остаются у нас навсегда. То есть мы их не выпускаем на улицу обратно уже. Это безвозвратный вот такой отлов. Также бывают, привозят на передержки те люди, которые по каким-то причинам не могут животное держать. Они его нашли и они привозят его сюда. Всего здесь 39 собак самых разных пород, как дворняги, так и, например, доберманы, которых прежние хозяева неоднократно бросали. Здесь даже есть алабай. Кроме того, здесь есть 9 кошек. Все живут в полном мире и согласии, а самое главное – в абсолютной чистоте. Никакого неприятного запаха в доме нет. Неудивительно, что сюда нередко приезжают целыми семьями, чтобы дети смогли побывать в этом пушистом и дружелюбном царстве. Однако теперь приюту потребовалась помощь. У нас в прошлом году был застелен линолеум, совершенно новый полукоммерческий, но, к сожалению, это когти, это щенки, это разрушение. Они его практически дорвали уже, и поэтому необходимо положить на пол ГВЛ и плитку. Благотворительный концерт, все средства от которого пойдут на ремонт покрытия, состоится 1 ноября в 17:00 в клубе «Биг Бен».